Давайте же посмотрим, что нам тут пришло на покупке. Распаковка у меня. Здесь, как они называются, сырки, молоко. Молоко для меня безлактозное. Еще молоко. Муж любит. Кефир, по-моему, да? Да, верно, кефирчик. И два снежка. Это мужчины мои заказывали. Снова сделала в Сбермаркет доставка, потому что мне лень было ехать в магазин. Две пачки яиц по 10 штук. Дальше. Хлеб. Не знаю, какой привезли, посмотрим. Конфеты всякие, шоколадки. Печенье, ванилин. Так удачно упало. Шоколад, это еще для завтрашнего торта ганаш. Буду делать. Дальше мандарины и овощи всякие, черника, здесь лук, морковь, лук гнилой мне положили, спасибо большое. Сливки 33%, перловая крупа, 9% уксус, сода, мука. Лук белый. Сейчас все это дело, подождите, пораскупаю. Ну хватит, не пищи. Вон, гнилой лук мне привезли. Очень приятно. Понятно, что мне могут сейчас написать. Надо было ехать в магазин и самой выбирать. Ну, как-то рассчитывая, что если заказываешь и платишь деньги за продукцию, то привезут не говно. Неприятненько. Просто-напросто. А вот агар-агар тоже привезли, отлично. Сода. Ой, упаковки-то мыть не надо, а то у нас же эти чистоплотные. Сейчас начнут выезжать, что я сразу по шкафам ставлю. Как обычно, никакие упаковки не мою. Не мою упаковки, никто еще не умер. Так, сырки. Тут у меня 150 разных. Мука про запас. Молочко. Так, молочко. Сливки. Уксус чуть не засунула совсем уже. Дальше. Кефирчик. Молочко. Снежок. Ягоды давайте проверим. Ну, ничего, нормальное пойдет. Так, и мандарины. А, и всякие шоколадки. А, еще заказала. О, отлично, супер. Смотрите, какие шоколадные медведи красивые. Тоже подумала, что на торт их можно. Обалденно. Очень симпатичные. На торт можно Миша и три Мишки будет. Шикарнейший вообще. Я прям в холодильник поставлю. Вот сюда. Главное не забыть, что они у меня для украшения там есть. Три медведя. Просто шикарно. Каждому по сникерсу и два твикса. Мужики любят твиксы, я равнодушна. Так. Крупу. На ужин что-то надо готовить. Не знаю, чего еще не приду. А, подождите, не все. Не все, не все. Еще я по своей этой неправильно увидела. Заказала вареную свеклу вместо живой свеклы. Полкило. Ну, ничего страшного. Бывает у нас сырок у правуха. В общем, заказала вареную свеклу. У меня есть. Можно салатик сделать. Будет вкусно. Конечно, я обычно так не делала. И орео заказала. Два вкуса. Сын у меня печенье хотел. Ну, не так и все не то, когда твоя девушка больна. Сейчас. Погодите. Муку я умудрилась рассыпать каким-то образом. Так.
Чудесно. А теперь я хочу попробовать эти мандарины, потому что я сомневалась, какие брать. В итоге взяла вот эти, они были самые дешевые. Мне девушка сказала, когда я делала заказ, там в прямом эфире делала, она мне говорит, я такие мандарины взяла, и они вкусные были. Зеленых сколько. Ой, батюшки, я прям чувствую, какие они кислые. За килограмм? За килограмм получается 105 рублей, что ли? Очень сладкие. Я прямо сейчас офигела. Зеленый бок был, но она очень сладкая. Сахарная прям. Ребята, вообще нереальная. Надо было брать 10 килограммов. Виталь! Это нереально вкусно. Сладкие прям, я вообще 2 кило, это ни о чем, я одна могу съесть. Виталь! Бля, ухой, что ли. Виталь! Иди сюда! Сейчас обалдеет. Ты прикинь, какие мандарины я купила. Они вообще просто меня аж трясет, такие они вкусные. Попробую, вот я 2 съела, 2 были идеально сладкие. Сейчас, да, если будет не идеально сладкое, вот это будет идеально сладкое. Кислая? На, вот еще одна. Вот это вообще будет сахар, мед. О, нереально вкусная. Да? Два кило очень мало. У меня муж вот эти финтифлюшки обдирает. В жизни обдираю. Очень вкусная. Просто супер. Все.